Зима – это вовсе не повод отказывать себе в разнообразии досуга. Всей семьей можно весело, интересно и познавательно провести время. При этом не придется уезжать куда-то далеко. Несколько вариантов на ближайшие дни вам сейчас представим. Вы точно найдете что-то подходящее для себя. В субботу, 10 декабря, компания «Туризм-27» приглашает в поездку в Нанайский район. Туристов познакомят с памятниками природы, расскажут об обычаях коренных народов Приамурья, национальной одежде, угостят блюдами местной кухни. Программу отдыха дополнят мастер-классы по тиснению орнамента на березовой коре и шитью изделий из рыбьей кожи. Действует скидка по промослову «Минтур». Если нужны впечатления на неделю вперед, отправляйтесь в субботу на дог-трекинг, прогулку в компании четвероногих друзей. Сибирские хаски не дадут заскучать в дороге, а инструктор поддержит безопасность маршрута. Походы проходят в мини-группах по 4-10 человек. Свежий воздух, живописные пейзажи и скидка, по праву слова, «Минтур» прилагается. Арт-проект «Немая пятница» приглашает отдохнуть после рабочей недели и посмотреть фильм Чарли Чаплина «Золотая лихорадка». Атмосферу первых синематографов Хабаровска помогут передать звуки старинного рояля, ровесника немого кино и мастер музыкальной импровизации Ирина Батраченко. Действует скидка по промослову «Минтур». Подробная информация о туризме в информационном центре Министерства туризма Хабаровского края.